Воронеж – уникальный город, родина русского военного флота и воздушно-десантных войск. Если празднование Дня ВМФ всегда проходит в благожелательной, радушной обстановке и никто ни за что, как правило, не опасается, то День ВДВ очень напрягает власти и правоохранительные структуры. Праздник этот один из самых хлопотных и самых напряженных. Мы в том числе подготовили обращение в РВК «Воронеж» о том, чтобы отключить фонтаны в городе. Почему нужно отключать фонтаны? Ну, может, качество воды в них проверить? Дело в том, что мало того, что, понятно, идет массовое купание в Кольцовском сквере, там дорогостоящая аппаратура, внизу стекла и прочее. И они просто... Мы только в Кольцовском отключаем. Да. Представляем, как в эту сумасшедшую жару будет выглядеть Кольцовский сквер без своего знаменитого фонтана. Просто дрожь по коже. Мы искренне любим этих ребят, когда они на боевой службе. Когда начинают отмечать свой праздник, то многим становится не по себе. Не сомневаемся, что голубые береты искупаются в фонтане и на площади Победы и не обойдут стороной фонтан красавец в Петровском сквере. И целый день будут держать в напряжении солидные наряды полиции и ОМОНа. Так, на всякий случай. Поэтому предлагаем организовать массовое гуляние воинов крылатой пехоты в парке «Орленок» в самом центре миллионного мегаполиса. Здесь и сухой фонтан, который выдержит натиск разгоряченных бравых ВДВшников. И на газонах можно порезвиться, никому не мешая, так как этот парк в последнее время обезлюдил. Заброшенный и кинутый он хоть один день за лето выполнит какую-то культурную миссию, приняв в свои объятия многотысячное неугомонное боевое племя. Так и полиции, и всем нам будет намного спокойнее. И тогда не надо будет лишать тысячи воронежцев и гостей города возможности отдохнуть в Кольцовском сквере или у других фонтанов Воронежа, не опасаясь за здоровье свое и своих близких.